Ну что, друзьяки, вот я и снова выехал в ночь, чтобы посмотреть, как работает ночное время наша доблестная полиция. Сейчас я нахожусь на Жихарском мосту, значит, в сторону аэропорта, кто не знает, я ехал. Стояли на заправке, по-моему, АНП, если мне память не ошибает. Увидели, наверное, меня. И свалили в другую сторону, в сторону Мерефы, и стали на маршале. И сейчас они стоят и выжидают фуру. И мы сейчас понаблюдаем, будут они ее догонять за мостом или нет. И проведем профилактическую беседу. Поэтому, друзья, остаемся и смотрим, что будет происходить. Ну, а от вас же, конечно, подписка и, сука, лайкосик. Вот, догоняют черти, черти догоняют, 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 догоняют. Оп, 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 оп. И наш выход. Братуха, а за что тебя остановили? За знак. За какой знак? Они тебе показали, что ты на знак проехал? Обратили внимание, что... Я обратил внимание, что вы как последние пидорасы стали, блядь, на заправке, на заправке. Да еще не хватало, чтобы ты штраф выписал. Я просто первый раз как бы здесь, у деньги гарантии. Послушай, вы как последние черти, ты мне не до свиданька, понял? Представься, пожалуйста. Да, на заправку. Да, разворачивайся, разворачивайся. Именно мы вернулись к тому, что... И не выходите на дорогу, проезжая час, вы же видите? А где мне идти сейчас? В данный момент я же подошел, вам прошу. Покажи, что с Богом посвечен. Здравствуйте. Так что, вы не видели служебного посвечения? Братушкин Анатолий Володимирович, полицейский УПП Харківської області. Це ж ID-картка, Вадя. А мою? Що ви так... Ти скажи, ти собі на жопу приключення постійно ищеш? Та это. Скажи мне, пожалуйста, кто был за рулем? Ты же был, правильно, за рулем? Ну. Скажи, пожалуйста, вы как последние черти просто делаете? Или, в смысле? Или вы все-таки пресекаете правонарушение? Ну, конечно, мы же на разворот поставили, может, не человеку. Послушай, подошел, послушай. Ты... Почему вы... Подожди, я с инспектором общаюсь. Ну, ты обращаешься к нам двоих и говоришь, я к инспектору. Давай нормально общаться. Я же тебе не говорю, Сережа, там... Постой, блядь, в сторонке. Причем тут Сережа? Сережа это другой человек. Послушай, блядь, меня, пожалуйста. Мой родной, уважаемый друг. Мой уважаемый друг. Я тебе просто объясняю одно. Это так, чтобы ты сейчас снимал и видел, что я ему сказал. Ты понял, что я ему сказал или нет? А можно это... туда нельзя ехать. Слушай, а можно это делать со всеми так? Можно делать. Но мы стояли с другой стороны. Ты же сзаду ехал, ты же должен снимать был, видел. Ты же стоял тоже рядом. Дружище, я вот там он стал. Ну мы же не первый день друг друга. Ну что ты начинаешь как-то. Да дай же мне сказать, твою мать! Тут ты, блин, без диплома юриста пришел адвокату помогать. Ну что ты начинаешь вот это вот зарабатывать на ютубе? Ну, Геннадий Борисович, кто подскакивал помогать? Юридические услуги. Что ты несешь? Ну кто? Что я несу? Видео твое смотрел. Какое видео? Какое? С Геннадием Борисовичем. С каким Геннадием Борисовичем? Мазепой. И что теперь? Ну, ты адвокату с адвокатской конторой пришел оказывать. Кто тебе сказал, что я буду допомогу оказывать? Да ты же, говорит, я что, юрист? Спрашивал, говорит, не-не, спасибо, говорит. Я юрист, я что, сам был? Я ж не знаю. Скажи мне, пожалуйста, я сам был. Дружище, сюда разворачивайся, едь. Вы как последние негодяи, ага, стоите человека, да? Да твою ж мать, ты можешь не тарахтеть? Вот ладно, не тарахти, у тебя, пожалуйста. По сути, есть какие-то вопросы? У меня или по сути есть. Мы поехали дальше нести службу.
Как? У вас что, уже появилось задание? Скажи мне, пожалуйста. Конечно, оно у нас постоянно есть. Послушай, сколько ж вы времени провели на той заправке? На какой той? Ну вот это, что тут перед тем мостом. Вот, перед вот этим мостом с той стороны. Сколько ж, не знаю. Сколько вы простояли? Сколько? Ну давай на мужика, сколько вы простояли? Ну, сколько не 5 минут ты стоял, не 10 минут ты стоял. Это первый момент. Второй момент. Хочешь вот сейчас на мужика, тогда что, ты отжиматься будешь или приседать? А ты сможешь отжиматься? Не, ну ты ж на мужика отвечаешь. Ты да я отвечаю за свои слова, я выполняю ее. Так что, отжиматься или приседать? Что делать? Ну, так сколько ты мы там стояли? Делать? Сколько мы там стояли? Не, подожди. Не, ну ты что-то предъявляешь. Ты отвечаешь. Так давай отвечай. Ты мне скажи, ты будешь отжиматься, если ты проиграешь? Ты же если... Будешь это делать? Да не вопрос. Сколько мы там стояли, ты скажи. Ты будешь это делать? Я тебе скажу, да или нет. Ну, так вы стояли больше 10 минут. Вы стояли больше 10 минут. Знаешь, как это я могу проверить? По твоему, блядь, трекеру. Так что да не нужно мне, блядь... трекера, что ты начинаешь рассказывать? Я тебе сейчас видео у меня снималось беспрерывное. Что у тебя снимается? Вадик, на ты что? Чего? На камеру, на вот на эту. На какую? С которой я с тобой общаюсь. Она мне все время висела. Если ты слепой, посмотри у себя вот там на регистраторе. Да, я подошел, я забрал и подошел с тобой общаться. Да. И вы на эту камеру доказали? Снимали все время, подожди, да, ты да, можешь да, не тарахтеть. Ты доказы показываешь. Я тебе могу четко по времени показать, сколько подожди, я стоял ты, там, ты мне сколько скажи, я стоял здесь. Ты мне скажи, ты на эту камеру ты показываешь правонарушение? Могу показать. Ты мне скажи, да или нет? Могу, не надо. Да. Там что? То бишь ты нарушаешь 10.26, я понял, мы все. Мы здесь, какой все, все, я что-то это, я сейчас, я потом все ну, в конце раз... есть, видео не, не, есть. Не-не-не, ну, дружище, вопрос. Это мы потом в мониторинге, ты будешь вот так вот стоять и рассказывать, блядь. Что рассказывать, что рассказывать? Я говорю 10.26, побудьте в камере, блядь. Что? Ты там не можешь ничего не делать. Не можешь, а у меня предоставлено чем-то другим, у меня только то, что предоставлено. Еще раз говорю, зачем... Ну, жалобой, я буду обращаться, объяснять ситуацию. Если ты меня достал... Достанешь, конечно, я буду обращаться. Обращайся. На данный тебя, момент, ты пока ты меня не говоришь, достал. Я тебя достал. Чем у вас суть конфликта? Зачем вы только конфликт? Чем у тебя, по сути, будут вопросы? Ну, я хочу, чтобы вы не стояли, как последний. Чтобы не было вот так вот, как на песочине, знаешь, когда мусор болит? Да ему вообще по барабану. Понимаешь? Но. Вот там уже опоры почти разрушены. То есть то, что легковушки ездят, там не зря повесили знак 10 тонн. Тогда хорошо, что вы стоите за знаком, а не перед ним, ребята? Красава! Вот, блядь, что я хочу добиться! И стоите подождите, вот как бы... Подождите, ну, хорошо, что подождите? Что подождите? Предупредили, но уже после него, а не до него. Вы да видели, потому, что... где мы стояли? Видео показать? Вы? Вопросов нет. Да я видел, вопросов где вы стояли. Нет. Вот, вот, где вот, мы за стояли? Мостом. Где вот мы стояли? Стояли на шиномонтажке. Мы стояли на шиномонтажке, правильно? Да. Колесо да. делали. Так, да? Перед мост, с той стороны. С той стороны. И когда вы нарушили, проехав с этой, мы подбегали. А ты уверен, что он нарушил? Пересекли. Ты спроси, он уверен, что ты нарушил? Ты уверен, а что человек... Я покажу. Что нет, ты ну, покажешь? Вы сейчас с какой целью вот меня сейчас перебиваете? Я общаюсь с человеком. Послушай, это у тебя рот не закрывается. Ты не я даешь сейчас ни человеку не сказать. Я и сейчас не теперь? С вами. Я вам уделил время. Ты мне не должен время уделять. Ты не должен уделил. Нести службу. Понимаешь? Вот, и не рассказывать людям. Послушай, вот и не рассказывать людям понятно? Разную ахинею. Никто не рассказывает ахинею. Я тебе человек. Это знаки не я весил. Понимаете? А теперь сделаем по-другому. Скажи, пожалуйста, ты пошел в КП «Сигнал», в «Автодор», задал вопрос, почему именно 10, не 15 тонн? Ты хочешь сказать, что, блядь, троллейбус, который везет, не дай бог, людей с точки А в точку Б, каждый, там, я не знаю, полчаса или час? Это есть такая служба «Автодор», есть послушай, служба мой родной. Куда тебя... рапорта уже писались, понимаете? И вот они я тебя... определились между собой, что вот именно такой знак. Послушай, и я занимаюсь знаками, и не он. Понимаете? Мне... Ну, правильно, ребята, тогда вы встаньте тогда с той стороны, ты должен... можно было... Должно быть два экипажа. А то, получается, нет, я уже нарушил, что, получается, или я... вы сейчас или напишите, как или какая разница, не отпустите. Как вас зовут? Ну, хорошо, это как бы, да, Александр. Александр. Я Александр, просто смотрите. Первый раз здесь, я еду, меня так пил навигатор, понимаете? Я же ему верю, теперь, а не... Теперь ну... я объясняю вам, Александр, смотрите. Вот. Тут
Вы же понимаете, что вот там вот за мостом стоянка фур, знаете, знаете? Нет, на... там стоянки фур. Я не местный. Ну ладно, я тебе объясняю. Едете в два направления. Стоянки фур я общаюсь сейчас, Вадим. Я понимаю, что может быть у вас китайские недостатки воспитания. Да потому что ты хреновый психолог, понимаешь? Это неправильно. Встань, вот отойди на расстояние, потому что когда ты подходишь, блядь, кадр хуёвый. Кадр? Да. Ну, так, вот мы будем встать вот здесь, возле меня. Мы будем вот так стоять на расстоянии. Вам понятно? Нет, ну, не понятно. Не надо ездить сюда. Есть хорошо, вариант куда через еще? Новую Баварию. Там хорошо, через центр знака. Можно ехать? Город. Ну, а вы же не через центр будете ехать. Ну, вы будете городом, ехать так же. Хорошо, куда тебе, куда тебе нужно ехать? На Песочин. Также вы же через Холодную Гору выйдете прямо на этот самый. Ну, а мне на Песочин сейчас попасть. Так, на Песочин, ну, это через город вы могли проехать, через Гагарина налево свернуть и там выехать как раз на Песочин. И это было вам даже ближе. Ну, вот видите. Понимаю, ну так повело. Ну. Я ж не знаю, я так ввел, куда мне ехать. Оно мне так... Ладно, ну. Все, попередження вам, всего хорошего. Только хорошо, не надо попередження большое. Говорить, хорошо? За это нету попередження, нарушения, чтобы ты понимал. Если ты так хочешь блистануть, блядь, знаниями. Ну, вы же знаете, куда надо идти жаловаться. Послушай, что вы заставляете меня вас туда направлять? Все, все хорошо. Не провоцируй. Вам еще что-нибудь рассказать? До свидания. Или нет? Или я вам объясню? Я тебе просто объясняю. Если вы я будете, вас абсолютно не провоцирую. Если вы будете стоять как последний раз, повторюсь, это не матюк. Главное не это... вот не делать. И не рассказывать, что кто-то, как вы говорите, контрацептив, да? Я говорю еще раз, повторяю себе десятый раз. Если вы будете делать то, что я вам знаю, не нужно... Я знаю, что вы знаете, куда жаловаться, и бумага у вас есть. Твою Но вы мать. Знаете, что я также могу ее... Блядь, ты скажи, пожалуйста, у тебя нету родственника Евдокименко, там куда? Ты не из ихнего общества? Это мои ученики, Вадим. Ебать, я это знаю. Че не такие инопланетянины, как ты, блядь, ебаный. А с вами не прощаемся, потому я думаю, что у нас сегодня ночь будет длинная. Конечно. Главное, чтобы вы не поехали домой спать. Да не переживай за меня. Вам тоже удачи. Удачи, до свидания. До свидания. Спасибо, Вадим, счастливо. Смотри, есть телеграм-канал «Надзор Хай». Там, грубо говоря, все украинские. Там много городов есть. Там больше 13 штук, по-моему. Туда добавляется, если где-то какие-то проблемы, у нас в каждом городе есть свои коллеги, которые Понял, помогают. Спасибо, добавишь. Ну, как бы сюда езжу постоянно на загрузку. YouTube канал «Водус Харьков». Спасибо еще раз. Давай. Удачи. Друзья, ну вы сами видели то, что я вам и вот буквально перед тем, как тронуться и сказал, ну не тронуться головой, а именно двинуться за этими негодяями, которые... хотели развести человека на постановление, а я вам могу сказать, они бы его развели. И вот этот полицейский, который много пи***т своим языком, он настолько надоедливый. Ты если будешь смотреть это видео, обязательно поделись с родственниками, чтобы на тебя посмотрели со стороны, как ты себя ведешь. Вот. Поэтому, друзья, ну что, опять я в ночь. Наконец-то я все-таки выехал. Сегодня у нас в ночь первый батальон. И все подальше дальнейшие видео ночью будут выходить с первым батальоном. Я буду указывать, что это первый бат в описании, как здесь, допустим. Друзья, ну вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а я погнал дальше. Все, всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова